Многие одесситы будут отмечать Новый год скромнее. Об этом свидетельствует список продуктов, которые горожане могут позволить себе купить в первую очередь на праздничный стол. Из-за высокой стоимости мясной продукции одесситы решили подавать на стол блюда из рыбы. Также на 20% подорожали несезонные фрукты и овощи. Из праздничного продуктового списка исчезла икра. Вместо говядины и свинины одесситы берут птицу и сало. Причина подорожания многих продуктов – предновогодняя истерия и повальная скупка провизии к праздничному столу. Так что в этот праздник одесситов ожидает более постный праздничный стол. Рыбу, утку, мандарины, ну и все. Рыбу, во-вторых, мясо. Правда, мясо сейчас немного подорожало к Новому году, но обязательно, чтобы еще. Конечно, сейчас дороже немножечко стало, чем было раньше. Но все есть и для холодца, и для буженины, и для салата, все есть.